Пожарно-спасательной академии лекции о методах предотвращения пожара – не редкость. Но на этот раз за партами не совсем обычные ученики. В аудитории собрались директора всех крупных ивановских торговых центров, чтобы лучше узнать об обеспечении безопасности на своих объектах. Ну, надо сказать, что и вы должны, наверное, это на тренировках, которые проводятся у вас, тоже разъяснять сотрудникам своим, что дым на начальной стадии пожара, он скапливается в верхнем объеме помещений, и существует такое понятие в пожарном деле, в пожарной науке, как высота нейтральной зоны. Где-то до 10 минуты пожара в среднем высота нейтральной зоны составляет 1,7 метра. То есть, если вот вы стоите в полный рост, то вам кажется, что все задымлено. Стоит вам чуть-чуть пригнуться, там внизу еще будет слой достаточно чистого воздуха. Несмотря на то, что программа обучения сильно сжата по времени, она охватывает всю необходимую информацию. Начиная с того, чем опасен пожар и как действовать в случае его возникновения, и заканчивая принципами работы различных пожарных извещателей. В зависимости от того, какой контролируемый признак пожара у вас первично наступит на защищаемом объекте, соответственно и устанавливаются и монтируются пожарные извещатели. Самые распространенные пожарные извещатели у вас на объектах – это тепловые и дымовые пожарные извещатели. Пожарный извещатель – преобразователь. Он преобразует контролируемый признак пожара, температуру, дым в электрический сигнал. Конечно, в каждом объекте, где предполагается массовое пребывание людей, есть специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность. Они со всеми правилами и тонкостями знакомы. Но непосредственно руководителям торговых центров также важно знать все это. Ведь в конечном счете важные решения, к примеру, о модернизации системы оповещения и автоматического пожаротушения принимают именно они. Пока как бы начальная стадия лекций, да, рассказывают азы, которые, ну, слава богу, мне известны. Вот, я думаю, что в дальнейшем в любом случае будет что-то полезное, интересное, какая-то новая информация, потому что в области пожарной безопасности законодательство меняется практически каждый год. Вот, ну, в силу, скажем так, специфики за этим не всегда ты, может быть, успеваешь следить, а сегодняшняя информация, я думаю, будет емкой и полезной для руководителей. Одними лекциями преподаватели Академии не ограничатся. Для управляющих приготовили и практические занятия. Занятия у нас предусмотрены на 7 точках. Предлагаются к рассмотрению вопросы теоретического характера и практического. То есть это будет им показана работа установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией, работа систем пожарной автоматики, это пожаротушение порошковое и водяное. Пройдя этот короткий курс, руководители торговых центров смогут применить знания на практике, а пятеркой за экзамен по этому предмету могут стать спасенные человеческие жизни. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.